если аналогизировать управленцев СССРовских, в смысле, кто откуда происходит, рождение там, жил, с какой области, и кто что сделал для Украины, кто что отдал, кто вернулся, кто же что забрал, и сравнить, кто откуда походит, кто откуда родом при управлении в Украине, то получается, что последний управленец Порошенко, который походит из Западной Украины, и плюс за которого Львов проголосовал тотально, не за Кошалинского даже, вот же ж продажный, ну ладно, то получается, что вот та теория враждебная, вражеская, путятишная, путиновская, что ментальность всей Украины принадлежит Кремлю, и во всем виновата Западная Украина, там, точнее, Галиция, там, Львов, например, что он хочет захватить всю Украину, а Львов оставить на потарание всем, кому подобно, кому угодно, там, полякам и кому угодно, то то управление, до которого довел Порошенко, вполне таки путятишную путинскую вражескую теорию каким-то образом подтверждает, что при его управлении развелось только гадость коррупционная, пафосное говно, ничего не стоящее, не стоящая шароварщина, коррупция и тому подобное, предательство, ничего не стоящее, проливающаяся кровь постоянно на передке в войне с оккупантом путиновским, кремлевским. И самое главное, нежелание, абсолютно никакое барыжное нежелание освобождать терены, территории Украины. Вот если сравнить вот такое управление рошеновское, то это вполне пропутиновское, проутвержденческое, путятишное управление, которым он может, как визитной карточкой, всем маячить и показывать. Вот я же говорил, а вот смотрите, что в реалиях. Теперь приходит к управлению, так сказать, Кривой Рог Зеленский. Посмотрим-с. Хотя уже многое чего видно.